Безусловно, нам этого недостаточно, поэтому буду подписывать протокол о заключении концессионных соглашений на строительство новых школ с внешним банком. Вчера переговоры такие провел. Конкурируем с другими регионами. Проблема в том, что в других регионах большее количество детей, занимающихся во вторую смену, но это не говорит о том, что мы будем спокойно смотреть на эту ситуацию. Школы нам нужны. Для меня это приоритетное направление, поэтому за деньги будем биться.